Как правило, в работе использую комплексный подход, и когда пациенты приходят с определенным запросом, я хочу скорректировать губы, я хочу убрать морщинки вокруг глаз, и мне больше ничего не надо. Как правило, это обусловлено страхом, риском маркетингового плана и очень многими ситуациями в плане того, что косметологи пытаются увеличить чек. На самом деле, качественность лица зависит от комплексного подхода. Можно минимальными дозами филлеров, ботулинотоксином и небольшим количеством нити достичь результата, который сохранится до 2 лет. И поэтому программу я свою расписываю именно на консультации. Очень трудно заочно, по видео, по скайпу, по всевозможным каналам связи провести полноценную и грамотную консультацию. Поэтому я всегда призываю, приходите, консультация бесплатная, и она ни к чему вас не обязывает, вы тратите только свое время. Но поверьте, вы получаете столько информации о себе, о своей внешности и вариантах старения вашего лица, что позволит вам грамотно спланировать свое время и бюджет.